Это давеча, продолжаем выпуск. Новые ограждения у ботанического сада продолжают устанавливать. Уже сделано больше половины, хотя работы планировали начать еще 2 недели назад. Высота этого ограждения выше предыдущего около 2 метров. Новый забор выполнен из разных материалов. Со стороны улицы Карла Маркса это кованая решетка, а вот с улицы Маклина ограда намного скромнее, из профнастила. Кроме того, новый забор предусматривает освещение. На каждом столбе между решеток установят фонари, которые будут работать на основе солнечной батареи.